спорте все равны. Под таким девизом на старт легкоатлетического кросса в рамках традиционной спартакиады вышли около 100 воспитанников 10 адаптивных школ Омской области. Соревновались ребята на базе спортивной школы «Красная звезда». Хорошо и правильно называется спартакиада, а в спорте все равны. Потому что действительно, вне зависимости от категории деток, спортом должен заниматься каждый. И эти соревнования – это дополнительный стимул для того, чтобы они приходили на тренировки и занимались своим физическим состоянием, своим физическим здоровьем и получали награды, медали. Подобные соревнования уже не первый год привлекают внимание как юных спортсменов, так и представителей Центра паралимпийской подготовки. Опытные тренеры уверены, что именно на подобных стартах среди участников можно найти будущих звезд большого спорта. Все ребята, которые у нас в центре обучаются, тренируются, начиная с призера паралимпийских игр Работницкого Александра и кончая молодым поколением Волошин Владлен, Первушин, все прошли через эти соревнования. Но я думаю, что эти соревнования дают путевку в большой спорт. По итогам соревнований лучшей в общем зачете стала дружина Шербакульской адаптивной школы-интерната. Серебро завоевали спортсмены из Исилькуля, а замкнули тройку призеров – калачинцы.